спят усталые игрушки, книжки спят. Да, чё-то я вырубился нахрен в этой машине. Тихо, шумишь, чё-то. Мать его, Жек, а куда он опять ушел? Жек! Жека! Жек! Зашибись. Чё-то я как-то нехорошо для камеры выгляжу. Сейчас ещё нужно начинать новую серию зомби-апокалипсиса. Так, зомби-апокалипсис. Потому что надо подпрятаться за подписчиками, будущими подписчиками. Когда зомби-апокалипсис закончится, то опять, наверное, появится интернет. Я выложу это все на YouTube и стану популярным! Захайплюсь просто! Так, приветствие. Вот, кстати, я в прошлой серии приветствия не придумал. Так. Как делишки, ребятишки? Как-то по-детски слишком. Yo, bitch! My name's Edison. Inside, beside, little bitch. Нет. Всем привет! Меня зовут Эдисон! И... Нет, не то. Не то. Всем привет! Меня зовут Эдисон. И добро пожаловать... Да мать твою, да дня... Так, ладно. Надо собраться, надо быть уверенным. Всем привет! Меня зовут Эдисон. И добро пожаловать в новую серию, во вторую серию зомби-апокалипсиса. Будущие подписчики. Вот, да, это вторая серия. Кто не смотрел первую серию, я оставлю ссылочку в описании. Вы знали, что там нужно будет делать, да? Влепить огромные пальцы. Так, камеру нужно смотреть. Не, в камеру, да, смотрю, все нормально. Вы знали, что там нужно будет делать? Ставить огромные пальцы вверх на эту серию зомби-апокалипсиса. Чтобы вышла еще одна новая серия, поэтому нужно влепить лайкусик. Будущие подписчики, да. Так, все, хорошо, начало я снял для следующей серии зомби-апокалипсиса. Ага, так, хорошо. Вопрос. Нет, придурок! Где мы вообще остановились, кровяка? Даже его опять нафиг занесло. Жек! Жека! Ага, зашибись. А, так Хэллоуин же недавно был, пару месяцев назад. Ты чё? Нет, как бы, я понимаю то, что я дома 2 месяца сидел, вышел на улицу, и тут какая-то хрень случилась, вот, со всем миром, но я чё-то не понимаю, так, это тоже нужно заснять. Шокирующий материал для превьюхи как раз-таки сойдет. Нашел мертвого человека, 2 миллиона просмотров гарантированного, и 25 тысяч лайков также. Так, хорошо, это заснял. Покушать, нужно пожрать, а то уже где-то 4 дня не жрал с предыдущей серии зомби-апокалипсиса. Ёпперисэдэ. Я вообще не понимаю, что с этим миром произошло, пока я дома ролики записывал. Так, хорошо. Скелеты всякие. Так, тут есть что-то у вас пожрать? Пожрать у вас есть тут что-то? Мать твою, зашел в ресторан, где нет людей. И в принципе, хавчика даже тут нету. Зашибись просто зашибись. Так, я нормально выгляжу уже? Нормально. Так, где этот Джек, а? А, сейчас я еще думаю. Кто там чавкает? Вот ты где! А чё ты с машины убежал? Хавчик нашел, да? Меня даже не поделился, да? Да, открывай дверь, Джек, я тоже жрать хочу, я 4 дня не жрал. Джек! Эй, ты! Да сюда посмотри, дебил! Предатели проклятые, предатели! Открой дверь, я также жрать хочу, сейчас без меня все сожрешь! Я как бы там переживаю на улице, где он бегает, куда ушел, может его уже кто-то там загрыз, а он тут сидит и жрет. Жек! Ну и дело, видишь, ты меня не слышишь, открывай дверь! Эдичка не показывал письмо. Я ничего не показывал. Не показывал ничего. Я ничего. Ну да, он даже на это не реагирует. Дверь открой! Дверь открой, балбес проклятый! Дверь открой! Дверь! Держачка.
А, все, закончила жрачка, да? А вот это что на полу? Нет жрачки, да? Угу. А ты там посмотри, вот в комнате вот той посмотри, может там что-то будет. И открой дверь! Это что за хрень? Кто это такой? Спаси! Спаси меня! Эдисон! Эдисон, я пустил за задницу! Не давал мне жрачку! Спаси меня, нахрен! Спаси! Чё ты стоишь? Быстро запаси меня! Спаси, спаси, пожалуйста, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, спаси меня! Спаси меня! Спаси! Кусает меня! Зелёный чёрт! Спаси меня! Ёперный театр! Эдисон! 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 Да. Эдисон! Чего-чего? Эдисон! Чего? Спаси меня, зомби! Тут чё? Зомби! Че, на смс-ку отвечу? Подожди, кофе. Какие смс-ки? Он меня кусает за задницу! Какие в жопу смс-ки? Ой, я тебе сейчас эти смс-ки куда-нибудь засуну! 5 минут спаси. Можно вздремнуть. Пожалуйста, пожалуйста! Ой. Пожалуйста, я больше не буду есть! Пожалуйста, спаси меня! Спаси меня, пожалуйста! Ты мне хатчик не давал! Все. Пожалуйста, пожалуйста, спаси меня, я тебя прошу, меня сейчас убьет. Тут зомби-апокалипсис, я умру, прошу руку, да? Умрет меня, бьют. А хавчик дашь пожрать? Забирай, только заходи быстрее, ладно. Помоги мне. Ну, пожалуйста, да. пожалуйста. Давай, пожалуйста, давай, пожалуйста. А ты мне дверь сначала хоть открой, чтобы я зашел. Какую нафиг дверь? Вот. Давай, быстрее, у меня быстрее, я быстрее, заходи, забегай. Подожди, как его вообще убьем? Я оружия даже нет, подожди, может тут оружие какое-то будет? Ты дебил, ты оружие не взял, что ли? Кто там? Жека, там еще один! Твою мать, Жека, сейчас подожди, я на кухню пойду, может там оружие будет, ты жди меня, я сейчас приду. Жек, ты подожди, я еще ножик найду, я вернусь, ты подожди. Руками кусай, за горло. Эдисон, пожалуйста, ты же стоишь, но меня бьют! Быстрее, иди на кухню! Быстрее! Так, сейчас, Жека, ножик! Пожалуйста, быстрее! Ну, ножик, я нашел, Жека, я нашел! Открывай! Режь! Давай, режь их нахрен! Открывай дверь, давай, открывай! Какую дверь, быстрее, режь! Иди сюда, где-то, иди сюда! Охренеть, мать твою, охренеть. Жек, я вообще ни хрена не по... Он мертв? Он умер, Жек, а ну проверь! Потыкай. А чё я должен тык, проверять? Тык, сам проверь! Да тыкни в него! Ты в него сам тыкай, я его его больше... Каково? Пусть, это кто вообще? Чё за дичь? А мне так, он мертв, хорошо, он мертв. Жек, что такое? Мне кажется, это все инопланетяне. Жек, ты понимаешь, мы 2 месяца из дома не выходили, мы ролики записывали, мы вышли, а тут такая жесть творится. Чё вообще? Ты вообще нормального человека хотя бы в городе видел за эти последние там 5 дней? Нет, я только в Майнкрафт играл. Вот именно. Смотри, он что, шевелится? Собака на ножиком по башке! Это рефлекс, да, бей его! Мне кажется, он уже не встанет. Так, Жека, предположение, это реально зомби-апокалипсис? Кто сумасшедший в этой камере горел моей? Я в машине её забыл. Я не знаю, Эдисон, но мне кажется, что это все инопланетяне. Ты вообще с ума сошел. А может, не, ну смотри, Хэллоуин уже давно был, да? Давно был. Это хорошо. Может, это какой-то косплей на Халка? Мы убили человека? Может, это злой Халк? Красный? Да почему он тогда зелёный? Я не понимаю. Подожди. Я не знаю. Может, это демон какой-то с преисподней выбрался? Да, точно, я видел по телевизору, там говорили, там бабуля говорила, что все, конец света, демоны, да? В голове, да, наши. А, подожди, он рычит, он воняет, он как гнилой. Может, это зомби просто, реально, как тот дебил говорил, зомби? Зомби-апокалипсис какой-то? Так он же дебил. Кто дебил? Дебил зомби, ну, или тот, дебил? Кто говорил. Нет, тот, кто говорил про зомби. Тогда объясни, кто это такое вообще, и почему я его убил, когда в голову пнул. Как зомби. Смотрел ходячих мертвецов. Вот, так же. Так же выглядит, прям точь-в-точь выглядит. Я не знаю, что нам тогда делать. Нужно спасаться. У меня ножик есть, я тебя защищать, если что, буду. Так, ну-ка, стукни его, он опять шевелится башкой своей. Да хрена! Да! Заколеба! Целуй мою попку. Ну, Жека, как я понял, их надо остерегаться. То есть вообще не подпускай их к себе. Если они тебя укусят или там царапнут, то все, срака. Это я в ходячих увидел, понимаешь? Да, но слава богу, нас все-таки не... Че?
Я сейчас... Чё у нас всё-таки? Подожди. А, пожрался вот это всякой палёной тут воды и вот это отравлено. Да, конечно, оно, этот весь хавчик, он уже давно протух, все скисло, как бы срок годности. Если что-то у меня голова кружится очень сильно. В смысле кружится? Если мне кажется, нужно вызывать скорую. Какую скорую? Зомби-апокалипсис на дворе. Эдисон, у меня проблемы. У всех проблемы, у всего мира проблемы. Зомби на улице гуляют, конечно, проблемы. Эдисон, мне кажется, укусили. Он тебя укусил! Эдисон, я умираю! Вот ты дебил! Так я ж тебя только что говорил, чтоб тебя не кусали! Прощай, суки мир! И мам, передай моей маме, что я любил её! Передай! Я её найду, ну, да. У меня есть её номер. Эдисон! Да чё делать? Может тебе вырезать там что-то? Может тебе руку отрубить, которую укусили? Я в школе проходил искусство вот это дыхание, типа рот в рот, может вы... Ну ладно, ты мой друг, поэтому нужно тебя спасти! Ладно, Жека, ты как бы не обижайся потом на меня, но ты мой друг, если я тебя не спасу, то... Так, ладно, Жека. Готовься! Я не дам тебе умереть! Oh, you touch my ta-la-la.